Всем привет, с вами Прия. Сегодня рассмотрим такую уникальную и, наверное, ключевую вещь в Battle for Azeroth, подобную горной аннигиляции. Это утилитрон однотысячный. Машина, жадно уничтожающая наши вещи, при этом дающая различные реагенты. Я выведу окошко чата чуточку повыше, чтобы вам было видно. И посижу, пораспыляю вещицы, а именно поутилизирую те, которые дропнулись мне в процессе прохождения подземелья. Ну что ж, начнем. Изначально дизаем латную зеленочку, получаем одну руду, вторую руду и прочный плавень. Сейчас я увеличу размер шрифта, чтобы это было видно чуточку лучше. Далее. Латные ноги. Руда 9 штук, еще одна руда 9 штук и прочный плавень 10 штук. Прочный плавень, он покупается у торговца, но можно и добыть его, в принципе, отсюда. Далее, ноги с героического подземелья. Руда, руда, плавень. Ну и азеритовые плечи 315 итем левела. Руда штормового серебра, платиновая руда и прочный плавень. С некоторых вещей мне падал изгнарий, реагент, который нужен для различных крафтов. А с некоторых шкура, с некоторых различные реагенты, окаменевшая кость. Ранее все эти реагенты мы рассматривали в видосике о профессиях. Так что теперь, по крайней мере, мы знаем, откуда можно добыть материалы в крайне большом масштабе. К чему я все это? Ту зеленку, которую вы будете получать в процессе прокачки, выкидывать крайне не стоит. Даже ту синьку, которую вы будете получать при квестинге, аналогично. Этот механизм открыт сразу, скорее всего, как только вы попадете на свой континент. Неважно, Альянс на Култирос или Орда на Зандалар остров, по-любому там будет эта машина. Либо сразу, либо при достижении 120-го. Я же ее заметил относительно недавно, и то лишь случайно сегодня на стриме. Также я поизмельчал несколько вещей прямо на прямой трансляции, и одноминутный клип с измельчением пары вещей я также приложу в описании к текущему ролику. Также есть и другие ссылочки, которые стоит посетить. Там есть немножко полезной информации, и при этом реально годной, и это будет неплохая пища для ума, скажем так. Эта машина просто перевернет всю экономику. Вот мое финальное мнение насчет нее. Всех вам благ, счастья, здоровья. Очищайте свои сумочки с целью накопления различных шмоток для этой жаждущей машины. Берегите ноги, не болейте. До скорого.